В этом году российским студенческим отрядам исполняется 20 лет, хотя сама форма организации трудовых коллективов среди учащихся образовательных учреждений существовала еще в Советском Союзе, аж с 1959 года. Это наши советские стройки, большие такие, как БАМ, магистраль, да, и глобальные другие проекты, и атомные электростанции, и строительство самых крупных автомобильных дорог. Сегодня движение состоит из активных молодых людей, которые реализуют свой потенциал и давние мечты. Для меня была детская мечта пойти работать вожатым. И как только у меня появился шанс на первом курсе университета поступить в школу вожатых, я поняла, мне туда. И как раз я поступила в школу РСО. Меня научили, как быть вожатым. У нас была отличная школа, много игр мы узнали, как проводить мероприятия. 17 февраля – День российских студенческих отрядов. Участники движения подводят итоги и строят планы на будущее. На сегодняшний день в Московской области насчитывается более 4000 активистов движения. Это 85 студенческих отрядов, это 18 штабов образовательных организаций высшего образования, 39 студенческих отрядов у нас зарегистрированы на базе средних профессиональных образовательных организаций. В преддверии праздника активные представители молодежи собрались в Доме студенческих отрядов Московской области, который находится в Мытищах. Я надеюсь, что студенческие отряды помогают вам реализовываться в вашей жизни, позволяют вам ставить самые высокие перед собой планки и задачи, но и самое главное – обзаводиться новыми знакомствами, новыми людьми. Вам всем хорошего настроения, удачи, успехов и до новых встреч! Самых активных ребят наградили благодарственными письмами главы городского округа Мытищи и вручили им памятные подарки. Занимаясь общественной деятельностью, вы обучаетесь, вы получаете уникальный опыт, и вы будете максимально конкурентны в дальнейшем при трудоустройстве. Поэтому все в ваших руках, у вас все получится, а мы, молодежная политика, для этого будем делать все максимально возможное для нас. После официальной части активисты приняли участие в росписи футболок. Там они нарисовали символы РСО Московской области и слова, ассоциирующиеся с этим движением. Безопасность, профессионализм, уважение и традиции. Алексей Попов, Первый Мытищинский.